Приветствую вас на канале Техревизор. Стиральные машины LG наделены надежным инверторным двигателем с прямым приводом, специальными технологиями вращения барабана, мобильной диагностикой Smart Diagnosis и широким функционалом. В этом рейтинге я собрал 5 лучших стиральных машин LG на 2024 год, которые различаются объемом загрузки, количеством и разнообразием программ и дополнительных опций, а также оснащением. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим! На 5-м месте рейтинга стоит LG F2J3NS0W. Стиральная машина оснащена инверторным двигателем, на который производитель дает 10 лет гарантии. Как и прочие модели рейтинга, стиралка наделена фирменной технологией 6 движений заботы. Она предусматривает разные виды вращения барабана для каждого этапа и для определенных программ, что повышает эффективность стирки и не вредит ткани. Деликатное отношение к материалам обеспечивает и пузырьковый барабан. Отдельно стоит отметить небольшие габариты машинки. Она узкая, глубиной всего 44 см. И при этом рассчитана на достаточно большую загрузку – 6 кг. Функционал модели стандартный – это 10 программ для стирки вещей из хлопка, смешанной ткани, шерсти, а также режим для спортивной одежды – деликатный, повседневный и быстрый 30-минутный. На программе для стирки детских вещей предусмотрена паровая обработка, что позволяет добиться гигиенической чистоты. Для удобства выбора настроек у модели предусмотрен большой информативный дисплей. Здесь можно указывать температуру стирки, скорость отжимания, отложить включение по таймеру, добавлять в цикл предварительную стирку или включить функцию интенсивной стирки. В целом, это эффективная стиралка с минимально необходимым функционалом по доступной цене. Следующий участник предоставляет больше возможностей. 4-е место занимает LG F4M5VS6W. Стиральная машина, как и предыдущая, наделена эффективным инверторным двигателем, барабаном с пузырьковой поверхностью, автовзвешиванием и технологией 6 движений заботы. Но она рассчитана на большую загрузку – до 9 кг белья – и выделяется расширенным функционалом. У нее 14 программ стирки. Помимо режимов для разных видов ткани, здесь есть циклы для стирки темных вещей, пуховых одеял, спортивной одежды и короткий 30-минутный. Кроме этого, у модели предусмотрены режимы для удаления пятен и тихий, при котором отключаются все звуковые оповещения. А отжимание происходит на низкой скорости. Паровая функция есть на 3 программах – детские вещи, гипоаллергенная и хлопок. Из дополнительных опций стоит отметить предварительную стирку и дополнительное полоскание. На режиме «Моя программа» можно сохранить часто используемый режим с определенными настройками. Отдельно стоит отметить высокую скорость отжима – до 1400 оборотов в минуту. При необходимости обороты можно регулировать или отключать этот этап. В отличие от предыдущей модели, стиралка позволяет добавить забытое белье уже после запуска цикла. Такой опцией наделены и остальные участники рейтинга. Тройку лучших открывает LG F2V3GS6W. Стиральная машина, помимо инвертора и различных технологий, которыми обладают предшественники, имеет еще одну особенность. Это интеллектуальная система AIDD – специальная технология для определения типа ткани. Это позволяет машинке повышать эффективность стирки и снижает вероятность повреждения тканей. Стиралка с большой загрузкой на 8,5 кг белья обладает достаточно компактными размерами. Глубина по корпусу составляет всего 47,5 см. Для такой вместимости это отличный показатель. У машинки 14 рабочих программ. Это режимы для стирки вещей из разных видов ткани, быстрый длительностью всего 14 минут, деликатный для пуховых вещей и программа «Эко», при которой расход ресурсов наиболее экономный. Кроме этого, есть 2 цикла с паровой обработкой – гипоаллергенный и для детской одежды. А чтобы барабан оставался чистым, можно воспользоваться специальной программой. Она есть и у других моделей рейтинга. Из дополнительных опций стоит отметить возможность добавить в цикл предварительную стирку, дополнительное полоскание, выбрать скорость отжима, отложить включение по таймеру. Как и предыдущие стиралки, модель наделена возможностью самодиагностики и отправки данных в сервисный центр. А следующий участник предусматривает еще и возможность удаленного управления через приложение. На 2-м месте стоит LG F2V5GG2S.
Эта стиральная машина наделена всеми технологиями, что и предыдущая. Здесь есть интеллектуальное определение типа ткани AIDD, 6 движений барабана, автовзвешивание и, конечно, надежный и эффективный инверторный двигатель. Модель рассчитана на загрузку до 8,5 кг белья при стирке и до 5 кг при сушке. У нее есть опция дозагрузки белья, таймер и широкий выбор настроек. Рабочие возможности представлены 14 программами. Здесь стоит выделить наличие короткого 14-минутного цикла и уникального режима Turbo Wash длительностью 59 минут. Еще есть две программы с паровой обработкой для детских вещей и гипоаллергенная, а также режим эко. Но что особенно важно, производитель предусмотрел возможность загрузить в память дополнительные программы через фирменное приложение. С его помощью можно также управлять стиралкой и контролировать ее работу. Сушку можно выполнять отдельно или совместно с циклом стирки. При этом есть возможность выбора интенсивности высушивания белья, например, деликатный или для глажки. В общем, это отличная стиралка с продуманным оснащением для высокого качества стирки и максимального удобства эксплуатации. Но все же она немного уступает лидеру топа, который наделен дополнительными возможностями. Первое место занимает LG TW4V9RD9i. Это самая вместительная машинка в рейтинге. Она рассчитана на загрузку до 10,5 кг белья при стирке и до 7 кг при сушке. Она наделена инверторным двигателем с 10-летней гарантией, барабаном с пузырьковым покрытием, технологией 6 движений заботы и системой определения типа ткани AIDD. Все это в совокупности обеспечивает отличный результат стирки, экономичный расход ресурсов и бережное отношение к белью. Из особенностей оснащения стоит отметить исполнение кюветы с автоматическим дозированием моющего средства. Можно засыпать любое количество порошка, жидкого средства и ополаскивателя. А машинка использует только необходимое количество. Функционал представлен 14 программами. Здесь есть удобный короткий цикл на 14 минут, специальный режим Turbo Wash длительностью всего 39 минут, гипоаллергенная стирка с паром и уникальный режим освежения белья, при котором одежда проходит паровую обработку без стирки. Сушку можно запускать совместно со стиркой или отдельно, и при этом выбрать ее интенсивность. Как и предыдущая модель, стиралка наделена дополнительными опциями, включая предварительную стирку, возможность добавить белье уже после запуска программы и удаленное управление через приложение. В общем, это наиболее оснащенная и функциональная модель производителя, показывающая отличный результат стирки. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала «Техревизор».